Рассмотрим пример создания трубопроводов с элементами по Госту. Итак, у нас создана сборка трубопровод. В ней мы создаем сборку труб и трубопроводов. Перейдем к настройке стилей. Если какие-то библиотеки не установлены, то стандартные стили могут некорректно отображаться, выдавать ошибки. Удалим все стандартные стили и рассмотрим создание собственной в новом стиле. Текущий стиль удалить не получится, поэтому создадим новый стиль. выберем папку жестких труб с фитингами и создадим новый стиль. Назовем его труба. ГОСТ 8946. Выберем отвод под 90 градусов, соответственно, по ГОСТу 8946. Дальше укажем диаметр для стиля 1 дюйм, Выберем отвод под 45 градусов из библиотеки. И дальше выберем трубу. Трубы по ГОСТу для данного стиля становятся недоступны, поэтому выберем трубу нужного диаметра, диаметра по ИСО. В спецификации ее можно будет перебить в любой другой стиль по ГОСТу. укажем минимум длину сегмента 1 мм, максимальную длину 6000 мм, и также введем категорию данного стиля. Запишем трубы резьбовые и сохраним стиль. Видим, что создалась подпапка с данным стилем. Удалим стандартный стиль, который оставался. Закроем настройку стиля и создадим новую трассу. В основной сборке включим видимость основных рабочих плоскостей. Добавим геометрию в нашу трассу. Добавим все три плоскости и начало координат. Для плоскостей включим галочку ⁇ Авторазмер ⁇ И приступим к созданию трассы. Трассу будем создавать из начальной точки. Не привязываясь ни к каким механизмам. Итак, проведем отрезок длиной 300 мм. Завершим создание трасс. Этот отрезок у нас не привязан. Мы его можем вертеть в любых направлениях. Наложим на него зависимость перпендикулярности к рабочей плоскости. Теперь наша трасса определена. Отрезок мы повернуть не можем. Можно показать наложенная зависимость для конкретного отрезка трассы. Дальше продолжим создавать трассу из последнего, последней точки отрезка. С помощью стрелок мы можем изменять направление трассы на 45 или на 90 градусов. И также вертеть трубу вокруг своей оси. Итак, проложим отрезок под 45 градусов длиной 200 мм. Затем изменим направление еще на 45 градусов. Проложим горизонтальный отрезок длиной 300 мм. Затем еще под 45 отрезок длиной 200 мм. Уходим вправо на 400 мм. Затем с помощью стрелок вращения можно вращать направление трассы. Повернем трассу на определенный угол и введем отрезок длиной 250 мм. Изменим направление еще на 45 градусов. Повернем трубу вокруг ее оси и поставим следующую точку трассы на расстоянии 200 мм. На этом завершим трассу. Все зависимости накладывать не будем. Некоторые зависимости накладываются автоматически, например параллельность к предыдущему отрезку. Поэтому дополнительные зависимости будут избыточными. Автоматически наложенные зависимости можно удалять, добавлять свои. Дальше примем этот маршрут, до конца определять его не будем. И выполним заполнение трассы. Видим, что на переходах под 45 градусов у нас вставляется угольник, соответственно 45-градусный по ГОСТ 8946. Участки трубы создаются с резьбой на концах. На переходах под 90 градусов вставляется угольник 90-градусный. Перейдем к стилям трубопроводов и создадим еще один стиль в папке ⁇ Жесткие трубы с фитингами ⁇ Назовем стиль ⁇ ГОСТ 17375 ⁇ Создадим для него новую категорию ⁇ Трубы сварные ⁇ Выберем отвод под 90 градусов. Выбираем отвод 90 по Гост 17375. Далее выберем отвод под 45 градусов. И выберем трубу из библиотеки компонентов. Выберем трубу по Гост 8734. Это труба с контролируемым наружным диаметром. Диаметр мы оставим 45 мм. Укажем минимальную длину сегмента 1 мм. Максимальную 6000, округление 1 мм. Толщину трубы мы берем 3 мм и сохраним стиль. Видим, что... В стилях жестких труб с фитингами создалась еще одна папка – трубы сварные. Чтобы изменить стиль трассы, заходим непосредственно в саму трассу и отсюда меняем стиль. Изменим его на только что созданный и видим, что все трубы и переходы меняются в соответствии с текущим стилем. Теперь труба у нас сварная. Вставились сварные переходы под 45 градусов и под 90 градусов. Переопределим цвет этого стиля. Откроем редактор стиля. Выберем цвет компонентов серебро. Сохраним стиль. Закроем это окно, видим, что все элементы этого участка трубы изменены на цвет серебро. Если мы изменим значение угла трасс на вместо 135 градусов на 130, то видим, что трасса становится с ошибкой. То есть инвентор не может подобрать фитинг с переходом под 130 градусов. Нажмем «Отмена». Вернем значение градуса 135, и трасса становится определенной и возвращается к своему виду. Также можно менять диаметр для текущего стиля. При этом трасса будет сразу же перестраиваться. Вставляются новые отводы из библиотеки компонентов. и изменяется труба. Можно проверить все размеры, они будут соответствовать стилю. Изменим стиль трассы на первый. По ГОСТ 8946. Видим, что стиль меняется, только если его менять при активированной трассе.